44-летний бездомный мужчина в Москве зарубил мачете нового мужа, своей бывшей женщины. Подозреваемый в убийстве задержан. Предполагаемым мотивом преступления стала ревность. Тело мужчины было обнаружено у жилого дома на улице Люблинской утром 14 сентября. Убийство было раскрыто в кратчайшие сроки. Следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска по подозрению в преступлении задержали 44-летнего мужчину без определенного места жительства, ведущего асоциальный образ жизни и систематически злоупотребляющего спиртными напитками. У задержанного изъято вероятное орудие убийства – мачете. Установлено, что убитый и вероятный преступник были знакомы, но не испытывали друг к другу приязни. На допросе задержанный пояснил, что совершил преступление на почве ревности к своей бывшей сожительнице, которая променяла его на убитого. Женщина, из-за которой произошло убийство, раньше встречалась с бездомным, потом встретила другого мужчину и вышла за него замуж, однако время от времени по-прежнему бегала на свидания к бывшему в подъезды и парки. Мужчины знали о существовании друг друга, периодически выясняли отношения, дело доходило до драк, однажды бездомный избил мужа своей любимой. В итоге все закончилось убийством. Бездомный подкараулил соперника у дома и зарубил его мачете. По факту убийства возбуждено уголовное дело.